Вот и добрались до Медвежки. Покушали, посидели, отдохнули. Пора еще и знать. Пока, Медвежка, до встречи. Ну вот, идем домой. Медвежка нас приняла довольно-таки ласково. Даже не ворчала, не черчала, не рычала. Так что все замечательно. Все замечательно, ребята. Всем пока. Так и закончилась бы эта история, если бы не таинственная просека, оказавшаяся у меня на пути, из-за которой я решил изменить свой маршрут. Стелла, Европа-Азия осталась позади нас уже 200 метров как. Сейчас мы идем в сторону истинной высоты горы Медвежка. Тропа с зелеными метками на деревьях ведет нас именно туда. Дорога начала уходить вниз. Походу дела, эта тропа куда-то не туда идет. Так, а что это у нас справа? Непонятно. Ну-ка, дойдем, посмотрим. Ага. Здесь, похоже, какое-то стойбище было. Да, домик был когда-то. Походу дела, вот эта вот лежанка была. Сидушка. Там он виден вход. Но, судя по всему, давно-давно деревья уже трухлявые стали. Да, давно это дело было. 30-40 лет, точно 40 назад кто-то его строил, этот домик. Так, вход. Вот он. Заходим, да, большой домик был. Большой. Здесь были нары. Какое-то зимовье, по ходу дела, было. Зимовье. Ну-ка посмотрим. Так, из чего у нас тут оно сделано? Ну, топором понятно. Так, я ищу гвозди. Ну, явно наша советская. Ну, вот болт советский. Наши, на наших болтах. Это вообще, по ходу дела, какая-то арматурина забита. В советское время сделано. Но все равно давно. Давно. А вон там какая-то кладка. Сейчас посмотрим. Кладка из камней. Что это такое было? Угу. Очень интересно. Так, и вот еще один тут у нас камешек. Кто-то что-то пытался. Угу. Это камни вытаскивали. Вполне возможно, была печка. Хотя, кто его знает. Костра здесь и не видать. Может быть, что-то завалили. А по ходу дела, да. Камнями что-то завалили. Интересно, что там было. Да. Долго тут. Это специально что-то непонятно для чего было сделано. Ну ладно, оставляем это место с ее тайной. Хотя можно было бы и с прибором, металлодетектором прийтись вокруг, прогуляться. Может, какие-нибудь артефакты выявились бы. Может быть, золотари здесь были. Все может быть, все может быть. Так, эта дорожка вниз уходит. Вот мы по ней сейчас пойдем дальше. Поедем. Вот, эта дорога в сады. Это можно было мне и по этой дороге до сюда дойти, и на Европу, Азия попасть. Но я свернул по другой дороге, там тоже неплохо было идти.
Так, вот еще. Опа! Дорога прямая. Походу дела, это просека. Да, о, господа. Это просека. Посмотрим потом по навигатору. Сейчас я пройдусь. Метров 15 вперед. Назад меня навигатор засечет. А я потом уже по картам посмотрю, что это, что это за просека и куда она. Куда она ведет. Тоже любопытно, в принципе, по этой просеке-то прогуляться, проехаться в будущем. Сейчас еще метров 15 туда пойду, чтобы меня спутник засек. И обратно. Опа. И вот это вот бывшее строение, бывшая заимка, вот она как раз с этой просеки. То есть люди приезжали по этой дороге и как раз сюда. И вот там вот еще одна полянка. Тоже интересно, ничего не растет. И давно не растет. Обычно зарастает тоже лет через 40, через 30 зарастает. Хотя там эти дома заросли, этот дом зарос. Хотя, скорее всего, его так и построили. Вот, а там поляна не зарастает. Значит, что-то там было такое, что мешает прорастать нынешним деревьям. Ну да ладно, потом посмотрим, что это такое. Оставили свой мустанг в тенечке. Сейчас мы его возьмем и пойдем по зеленой тропе, выделенной зеленой краской, по вдоль на деревьях. Вот они. Мы пойдем. Мы же пришли оттуда. Пойдем вон туда. Вперед. Просека неожиданно закончилась. Вернее, не совсем закончилась. Она уходит вниз туда. И там дальше уже заросла. А вот эта часть, она не заросла. Горку Медвежку я уже проехал. Сейчас вернусь назад, посмотрю, в каком месте я ее проехал. Возвращаюсь я сейчас оттуда назад. И по ходу дела истинная географическая гора Медвежка вон в ту сторону. Сейчас немножечко пройдусь, посмотрюсь, определюсь по навигатору, где я тут нахожусь. Сейчас мы идем по навигатору. Вот он. На истинную гору Медвежка. Походу дела, туда вообще никто никогда не ходит. Бурелом. Сейчас посмотрим. Навигатор у меня дает погрешность плюс-минус 5 метров всего лишь. Ну что, все, мы находимся на горе Медвежка. Вот она. По ходу дела, вот это самая высокая точка этой самой Медвежки. Вот они. И мы четко-четко по навигатору находимся. Прямо на этом месте. Так что вот. Медвежка нам покорилась, только ничего примечательного здесь и нету. Один лес кругом. Но все равно спасибо тебе, Медвежка, что все-таки допустила до этого места. Вот он камешек. Вот он камешек. Ну все, идем домой. Домой, домой. Попробуем по другой дороге проехать. Ну, репортаж, надеюсь, еще не заканчивается. Он продолжается. Долго ли коротко идет богатырь Шмель со своим верным спутником Мустангом. Потом история умалчивает. Вот опять какая-то просека. Вернее, какие-то вырубки. И колея старая, и дорога.
Куда приведет эта дорога, это мы скоро узнаем. Куда-то меня да выведет эта тропа. Ну не зря же эти красивые метки зелененькие кто-то нарисовал. Может, эта баба-яга заманивает бедных путников. Изобрели мы с мустангом самые дебри. Лес глухой кругом, вьюга дороги замела, и коня он потерял, и он горько заплакал. И вдруг явилась перед ним одна знакомая волшебница. Не горюй, я тебе помогу. Волшебным способом закрой глаза и сосчитай до пяти. И свершилось чудо. Ты что сегодня пил, шмель? То с вирусами разговариваешь, теперь вот глюки начались. Охренеть, колдовская лошадь. Сам ты лошадь, деревенский житель, а коня от лошади отличить не может. Ты не Иван дурак случайно? Теперь слушай, пойдешь сначала все время прямо. Квартальные лесопосадки, квартальные выручки. Пересек дорогу какую-то. Она на карте на Сары есть. Вот они, вырубки. И нам надо дальше двигаться. Вон туда. Только вперед и вперед. Вот пограничный столб стоит. Ну-ка, что на нем написано? Написано на нем «Медвежка». Да-да, правильно, мы пришли оттуда. Мы уже там побывали, и нам туда не надо. Так что, кто хочет на медвежку со стороны города, идем туда. А нам надо вон туда, в город. Налево пойдешь, в Мурзинку попадешь. Прямо пойдешь, в Европе окажешься. Вон она, там, о, Европа. Но нам с мустангом стало быть в Азию. Азиаты мы с ним, с мустангом. А здесь, походу, была буря. Дерево выкорчевало. Неприветливо нас встречает Азия. Ехать я по ней абсолютно не хочу, ибо тропка, это не тропка, а стиральная доска. На ней очень много вот таких вот кореньев. И ехать по этим кореням нету, спасибо. Я лучше пешком пойду. Пересекли старую заброшенную дорогу. Колея видна от широкоосных машин. Ну, лет, наверное, 60 по ней точно никто не ездил. Заросла вся. Слева в просветах показались сады. Я, кажется, понимаю, куда я сейчас выйду. Выйду я к стеле, которая поставлена на месте будущей большой стелы, которую так и не построили. Вот и вышли мы к садам. Так что можно в будущем здесь ходить, но ехать по той дороге, которую я сейчас шел, абсолютно невозможно. Велосипед только ведет сам себя.
где-то надо подгазовывать, где-то не надо, и мы без напряга преодолели эту гору. Мы не только покорили медвежку, но и ее перешли из Азии в Европу, из Европы в Азию. Ё-моё, какой кайф ехать, а не идти. Ветерок обдувает. Как я и предполагал, выехал на место стелы, где должна быть большая стела. Если честно, я раньше думал, что здесь кому-то памятник поставлен. Сейчас я развернусь. Вот она. Здесь будет установлен знак Европа-Азия в честь строителей нашего города. По внешнему виду это какое-то надгробие. Я раньше здесь, когда проезжал, почему-то издали думал, что здесь кто-то погиб, разбился, потому что трасса вон она рядом за мной, метрах 30 от меня проходит. А нет, оказывается, здесь будет установлена стела. Правда, об этом уже все забыли. Может быть, даже сами установители этого памятного знака. Ну да ладно. Закончились наши евразиатские приключения. Перевалив через горно-уральский хребет горы Медвежка, я из Европы оказался вновь в Азии.